Жители края собираются посетить заключительный матч сборной России в групповом этапе против Уругвая. Сейчас отечественные болельщики переезжают в Самару. Именно там, на Космос-арене, которая вмещает почти 45 тысяч зрителей, команда Станислава Черчесова померится силами против Суареса и компании. Наших земляков на улицах городов Мундиали из толпы можно заметить издалека. Все благодаря вот таким флагам. Барнаульцы отметились посещением целого ряда матчей турнира. Те самые флаги можно было видеть то тут, то там. Посетили и главный на сегодняшний день матч сборной страны против Египта со словами: вами это было великолепно. Возможно, также великолепно будет в Самаре. Туда уже направляется целая торсида болельщиков с Алтая. Напомню, трехцветные поспорят с уругвайцами за первое место в группе 25 июня. По барнаульскому времени игра начнется в 21 час ровно. Для тех, кто не сможет посетить матчи чемпионата, но хочет ощутить атмосферу стадиона, ждут в этот день в парке спорта Алексея Смертина. Именно там работает официальная фан-зона краевой столицы.